Чувствуете ли новогоднее настроение и что нужно, чтобы его почувствовать? Да, чувствуем. Поставили елочку, очень круто. Не очень чувствуется. Вот. Раньше было по-новогоднее. А чего не хватает? Ну, в силу даже не знаю чего. Может быть, как-то люди перестали, наверное, его больше ценить. Вот. Или вот в взаимоотношениях дело. Даже точно не знаю. Может быть, в том, что люди сейчас как бы дома проводят время много за интернетом, а как-то раньше все-таки ну, была ситуация чуть другая. Вот, наверное, из-за этого. А где Новый год собираешься встречать и с кем? Дома. А с кем? С мамой, с друзьями. А Дед Мороз письмо уже написал? Плавии. А что попросил у него? Робота. Чувствуется ли новогоднее настроение и что вам для этого нужно? Ой, вы знаете, наверное, не очень чувствуется. Снег, хочется снега, хочется больше позитива. Год, конечно, сложный оказался. Возможно, у людей еще такое настроение остаточное. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы ушли все болезни, чтобы люди были счастливы, детки счастливы, росли здоровыми. Вот. Ну, наверное, будет поближе к 31 декабря чувствоваться, я думаю, настроение новогоднее. Вот. Поэтому еще все впереди, время есть себе поднять настроение. А вообще нужно самим, я думаю, делать себе праздник. Новогоднее настроение без снега как-то не очень. А что тебе нужно для новогоднего настроения, кроме снега? Как ты готовишься? Купил ли подарки, елку? Снег, елка, подарки, салатики, все такое. Чувствуется ли новогоднее настроение и как вообще планируете встречать, с кем, где? О, ну, наверное, дома с семьей, само собой, Новый год же все-таки, семейный праздник, как бы. А так новогоднее настроение чуть по чуть поднимается. А как готовитесь к Новому году, что делаете? Что делаем? Уборку делаем. Ну, как бы готовимся, радуемся. Как бы, что? Елочку нарядили уже? Елочку, само собой, первым делом елочку наряжаем. Подарки купили? Ну, это все впереди еще. Еще впереди. Еще пока только думаем, что к чему, что все были рады, что все было весело. Не чувствуется, честно сказать. Мне кажется, все-таки надо что-то обновить, а конкретно хоть что-то добавить, там, ну, какие-то, может, не знаю, там, фотозоны, как вот в других больших городах бывают, уличные фотозоны. Если новогоднее настроение, как готовитесь, что у вас будет в этом году, где планируете встретить? Ну, я, как всегда, с другом встречаю Новый год. Встретили, потом пошли на елочку. В прошлом году мы, вот хор наш, это девчонки, мы хор, гармошка, мы выступали. Вот здесь была сцена, мы выступали, вот, концерт проводили. Так что, ну, новогоднее есть, как говорится, настроение есть.